Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. С вами, как всегда, Серега, и у нас очередная посылочка с AliExpress. Здесь у нас футболочка, футболка с 3D-принтом. Вот, рискнул, попробовал себе заказать. Интересно, угадали или не угадали с моим размером. Давайте вручную все разрывать. Если с вами посмотрим, какого у нас тут. Так, это футболка. Она у нас пришла со скидкой. Стоимость футболки где-то 100 гривен. Вот. И там был по акции, очень хорошая скидка на нее. Так, вот такая вот у нас футболочка в передачном пакетике. 3D-принтом Тимастер Космос. Вот. Не знаю, ли она передаст весь. Так, что у нас там по швам? По швы у нас ровненькие. Ткань, как видите, тянется. Такая вот прозрачная, конечно. Вот, что у нас с принтом. Вот, видно уже какие-то вот очертания. Вот, видно у нас вот такая вот космическая тематика. Какие-то лейбочки у нас. Никаких лейбов. Так, написано 105. Никаких лейбов нету. Вот такой вот здесь какой-то вот такой косячок, конечно. Как-то пошито так вот. Так, ну швы вроде более-менее. Что у нас по рукавам? По рукавам тоже. Ткань такая вот. Ну, вроде бы ничего нет. Вот. Лейб у нас больше никаких нету. Вот. Здесь какая-то вот надпись. По ходу принта лейб нету, то есть не могу сказать сколько чего. Вот подкладка снизу у нас беленькая, сверху вот такая вот футболочка у нас пришла с AliExpress. Ссылочка на данный товар будет в описании, можно будет перейти заказать, посмотреть. Вот очень большой у них там выбор товаров. Нежно просвещается. Я не думал, что так будет просвещаться. Вот. Ну, вот такая вот у нас, конечно, такая вот какая-то подвальная. Ну, хоть ровно вроде бы все здесь прострочено ровненько. Никаких косячков, нитки не торчат. Вот. Посмотрим, будем носить, не будем носить. Ну, что-то она мне не сильно уж. Материал такой вот. Конечно, здесь так просрочено как-то стрёмно. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать наше коротенькое видение с одним товаром с AliExpress. Вот. Еще раз посмотрим, как оно здесь все просрочено. Вот. Лейб никаких, еще раз повторяюсь, нет. То есть сказать, какой материал, чего тут, катон, полистирол, что тут оно. Неизвестно. Все, будем на этом заканчивать наше видео. Вот. Ну что, пока. Поставим лайкосик, нажмем колокольчик, чтобы не пропустить будущее наше видео. Всем пока, до новых встреч.